Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на геостационар. Погоди, рано еще расслабляться. При смене орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери. Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Oh!
Айзек, заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск? Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Герметичность не нарушена. Система жизнеобеспечения стабилизирована. Заставь чертовы пушки работать. Мостик, ответьте! На нас напали! Повторяю, на корабль напали! Открытие! Мы атакованы! Что, черт возьми, это такое? Они уже перебили почти весь персонал палубы! Оружие на них не действует! Мы долго не сможем их сдерживать! Кендра не доверяет мне, но я действительно ничего не знаю ни об обелиске, ни о другой чертовщине. Мы должны были провести простой ремонт и все. Вот эта каша. Система метеоритной защиты. Я могу починить платы, но с основным питанием проблема. Ты должен будешь вручную перебросить питание минимум от 3 распределительных щитов, чтобы энергии хватило для главного орудия. Но сначала надо запустить служебные лифты службы безопасности мостика. Они подвезут нас к щитам. Слушай, Айзек, будь осторожен. Я там что-то видел, не знаю что. Видел краем глаза. Но это было огромным. Просто гигантским. Я думал, она сдохла, когда я запечатал капсулу. Эти штуки не просто убить.
един. Лифт Атриума включен. Это мятеж. Вас будут судить за мятеж. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Спокойнее, Бен. Держите его. Согласно статье 54.69 уложения флота, я отстраняю капитана Бенджамина Матиуса от должности. Обелиск необходимо передать церкви. Терренс, пожалуйста. Мне жаль, Бен. Я не могу тебе этого позволить. Предатель! Еретик! Держите голову! Убийца! Держите его! Он мертв! Вы убили его, доктор! Нет, это случайно! Я хотел остановить его! Арестовать его! Панели искусственного тяготения накрылась. Следи за полом палубы. Увидишь искажение или колебание воздуха, держись подальше. Они опасны.
подключен. Мне почти удалось настроить прицельную сетку. Но с одной из пушек проблема. Не останавливайся. Thank you.
говорит Темпл. Мостику конец. Не знаю, что сюда пробралось, но не собираюсь дожидаться, пока оно вернется. Я направляюсь в отсек гидропоники. Попробую найти Элизабет.